2 ноября в молодежном пространстве 306 квадратов прошла дискуссия о освещении экстремистских проявлений в СМИ, аргументы «за» и «против». Организатором дебатов выступил региональный молодежный центр, а роль эксперта исполнил известный омский журналист, политический аналитик, блогер Василий Епанчинцев. Показать ребятам, что все-таки необходимо мыслить критически в каких-то моментах и не всегда доверять именно какой-то одной стороне. То есть, как бы, есть всегда какие-то, скажем так, две стороны медали, вот, и необходимо информацию проверять, желательно не один раз. Участниками события стали студенты нескольких омских вузов и Летно-технического колледжа гражданской авиации. В ходе дебатов участники дискуссии представляли свою систему доказательств, старались приводить веские аргументы в защиту личной точки зрения и давали оценку нравственным аспектам экстремизма. Нам важно слышать наших сверстников, наших коллег, понимать, вместе мы или в чем не сходимся, чтобы приходить к какой-то истине, ведь именно в споре эта истина и рождается. В результате молодые люди получили много новой важной информации и внесли ряд интересных идей и предложений по улучшению подачи актуальных материалов в СМИ.